По традиции начнем с этого вида. Но на самом деле мы идем уже купать Торика. Чего ты бежишь? Ты купаться, да? Ой, у нас жарко, прям душно. Всю неделю было прохладно, на выходные жара. Но нам что-то как-то не очень этой жары-то хотелось. Нам бы дела поделать. Ну, кстати, сейчас вот не так печет солнышко, вроде не так ярко. Вот. Просыпаемся, смотрите, какие яркие метелочки. А стильби называется. Здесь розовая, есть бордо. А что там за собаки идут? А? Стоять. Папа посмотрит. Вообще я просыпался сегодня два раза. А, ну пошли. А. Ну что, идем? Первый раз я проснулась. Ну, полезь, наверное. Здрасте! Зачем ты его? Пойду вперед. То они тут болтают. Просыпалась два раза, потому что в 9 утра в субботу мне позвонил доставщик, что Лики везут кровать. Причем он позвонил, сказал, ну я вам еще за час до доставки позвоню. Я вот сейчас только загрузился. Я думаю, блин. Ну, в итоге я в 9 проснулась. А, это... В 10:10 я опять уснула, проснулась в 11:40. В общем, так себе. Проснулась, что такая жара. Сосед такой часто красивый, мне так нравится. Сейчас обратно пойдем покажу. Они, да, они все. Проще все сломать все. И потом это... Пруд, наверное, вообще зарос. Ну ничего, пусть освежатся чуть-чуть. Вот, ну сейчас уже мама позвонила. Я не знаю, где он будет там освежаться. Говорит, что это. Все, привезли. Все хорошо. Ой, грибочек. Смотрите, я грибочек нашла. А что это за грибочек? Интересно. Это грибочек. Вот здесь так пахнет этой хвоей, вот это вот хвойными. Все, уже залезли. Здесь можно идти. Я раньше знаю, можно было в сыроежке найти. Все? Или еще пойдете? Отлично, спасибо. У нас сегодня вообще планы этот покосить участок, такую мелочевку всякую сделать. Видите, как пруд зарос. Вон, Торику им освежиться бы. Он прям пыхтит, пыхтит сегодня с утра. Раньше в этом пруду можно было купаться, пока всю рыбу не выловили. Мы даже сюда покупали с соседями, скидывались, покупали амура, запускали. Белый амур, рыба. Да, амур, да, белый амур мы сюда запускали. Прям фу, эту, сколько-то там килограмм подгоняли мелкие. Мелкую, и она тут росла. Она ест вот это все. И действительно пруд почистился. Но у нас же рыбаки просили, писали таблички, что если тут... Вроде как и карп есть, и какой-то эти маленькие желторотики какие-то. Вот. Писали таблички, что, пожалуйста, если вы его поймали, выпустите. Ой, я так люблю такой вот. Не, всем пофигу. Сейчас вот не ходит, аж рыбы уже нету, некуда ходить. А там толпами прям ходили. Причем приходили-то с других полян. Ладно, свои. Ну, в общем, мы сказали, ну, как хотите. Хотели сделать как лучше. Никому не надо, только нам. А так раньше и плавали. Там у нас и пляж был. Как-то один раз мы, когда дети маленькие были, когда Женька сосед, он у нас в правлении был. И мы выбили, он нам выбил, туда принесли машину песка, чтобы сделать песчаный такой пляж, подход. Но там нужно постоянно ухаживать. Такой участок, очень красивый. Ухаживать постоянно, поэтому... Песок просто ушел. Ну, хотя бы так заход не илистый был. Сейчас там опять все заросло. В общем, никому никто ничего не хочет здесь. Ну, у нас ребенок вырос, слава богу. Когда я росла... Какая роза. Смотрите, какая чистенькая, хорошенькая, ухоженная. Когда Лика росла, у нее было все здесь. И дети, которые... Знаете, я предлагала, давайте построим площадку. Выделите нам место. Потому что я даже была готова ее сама благоустроить, и лавки бы построили, и у нас тут были улики
сколько видов качель, гамаки, ну, короче, какие-то батуты, формочки, песочница. Ну, все у нее было. То есть мы были готовы все это организовать, дайте место. Не, не дали. Все такие, а зачем они на участках играют? Но вот на участках они играли так, что дети, которые проходили мимо, у нас забор открытый, с открытым ртом смотрели, что какой великий детский городок, потому что у нее только чего здесь не было. Все было, бассейны. У нее такая классная песочница, игрушки, какие-то типа надувных там. Ну, в общем, всего. У нее прям здесь был детский этот рай, я бы сказала. Денис, надо будет здесь тоже покосить. Видишь, мы вообще зарастает все. У нас скоро дорога зарастет и будет как... Но я имею в виду, знаешь как? Потому что мы сейчас тоже запустим, у нас здесь никого нету, поэтому это на нас. Видишь, что зарастает как? Ну, там дальше. Вот. И вот здесь они ходили у нее вот, вот на всем участке. С открытым ртом у нее. Пузыри механические, автоматические, какие хочешь там. Ну, в общем, все было. Вот, и когда на пляж ходили тоже дети. Ну, мы редко, конечно. Сестра приезжала, ходили так чуть-чуть их. На лодках плавали. У меня ребенок вырос. Она все свое удовольствие получила от дачи, когда это было актуально. Дальше как хотела. Сейчас вроде как сделали, там на другой поляне площадку ходит туда. Ну, не знаю. Вот. Так. Знаю. Тор! Мне кажется, было как-то прикольнее, когда дети общались, тусовались. А так наши росли все по участкам, никто никого и не знал. Соседи, наверное, купаются. Показать вам, что еще я купила в этом фиксе. Вот такую табуреточку. Что-то нам 249 или 269. Ну, хиленькая. Ну, такая, короче. Ну, нормально. Для дачи самое то. Я даже думала, может, несколько таких купить, чтобы вот так стояли. Они симпатично смотрятся. И вот такие заборчики. Они 149 рублей, что ли, забор. А, или 79. Вот, у них слетают эти ромашки, но у меня они лежат отдельно. Их надо просто надеть. В общем, хочу куда-то их. Так не было. Там мне коричневая нужна. Там в основном, если без ромашек, такие, короче, какого цвета? Зеленые и белые были. Ну, думаю, возьму с ромашками, взяла три штуки. Ты чё? Он мне прям по ноге вот этой дубиной только что всадил. Какие подушки? А, ну давай посушим. Кстати, солнышко пропало более-менее. Вот. Короче, показывать, что вам показывать. Пойдемте, я хотя бы вам покажу свой огурец в свете дня. Но я сейчас там сяду, пропалю как раз, пока солнышка нету. О, покажу маленький огурчик. Я не знаю, что это считается, замерзло или нет. Но это вот он красавчик висит. Вот, по сравнению с рукой. Вот. Вот там вот еще один есть такой, более-менее большой. Я сейчас... Остальные вот, они мелкие, их много. Ну, какие-то желтые стали, не знаю. Ну, нет так нет, господи, ладно. Как-то так. Огурцы. Красно-смородина. Мне кажется, там... А, сегодня, представляете, выхожу утром на свой балкон, хотела сказать, на веранду. И, ну, слышно звук в тишине. И отсюда вот, от соседей, столько вылетело птиц. Дроздов воруют. Вот видите, смородина висит. Там видно? Нет хоть? Во. Но нет соседей. Их там тенек. Их столько вылетело. Жрут. Жрут ягоду. Представляете? Ужас. Здесь пусто. Черная смородина пустая вообще. И вряд ли ее поели. Не, вон там что-то висит. Сейчас не спокойся, мы будем посмотрим. Может быть, сделаем тоже вот такие подвесы для, как, для крыжовника. Яблоко ни одного. Просто ни одного нету. Помните, я вам говорила, что я типа пропустила. Хотела посмотреть, как цветут яблони. Что я пропустила. Да не пропустила я. Они просто вообще, видимо, не цвели. Ни одной завязи. Просто. Ни на одной яблони. Вот сливы еще кое-где есть, а яблоки нет. И вот я вам, кстати, говорила. Как-то мы с мамой вот так вот к яблоне бросили вот этот вот вьюнок. Посмотрите, он у нас здесь прям разрастается, разрастается такой по всей этой поверхности. Вот такая у нас здесь травка. Вот. Здесь что-то расцвело. Фиолетовенькое. В общем, сегодня вот мне как бы хочется, что опять солнце вышло, покосить так. Я говорю, Денис, надо покосить очень ювелирно. А, еще у меня вот что.
Первая малинка. Смотрите. Их тут много, но вот первая. Денис говорит, съела? Говорю, нет, ребенку повезу. Один огурец, одну малинку. Все, урожай собрали на даче. Какой у меня будет урожай? Он у нас повисит до завтра. Крыжовник, он должен быть этот, коричневый. Поэтому это зеленый еще. Ну, вот, смотрите, подняли и все равно как-то немножко как будто бы пускается. Он же растет. Не знаю, надо рассаживать крыжовники, как крыжовники. Может быть, эти ветки обрезать и как-то их ставить, чтобы еще кусты посадить. Не знаю. Вот так вот. Так что вот так вот. Ой, и посмотрите, как у меня за 2 недели мята заколосилась. Мята прям, бабушка будет рада. Прям хорошо заколосилась. Я нарву, потому что бабушка теперь сушит, пьет мяту. Наверное, уже выпил. Вот в этот раз тоже срежу, ей повезу. Ну, укропчик хиленький. Ну, редиска в цвет ушла, как и предполагалось. Ну, мама сказала, ты ее, говорит, поздно послала. Редиске нужен холод, для нее уже жарко. Вот. Так все, ничего нового. Ну, потом, может быть, когда на огурец висит, смотрите. Хоп. Видно? Да, вот он. Хоп. Такой важный. Но срывать не буду до завтра, пусть еще подрастет. Они же ночью растут, а ночью уже прохладные. Что-то горелым запахло. А, вон Денис сидит. Я думаю, в доме. Хряпча у нас просушивает подушки. Сюда не будешь селить? Нет, он косит нас. А, да, 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 да. Опять, да, солнце вышло, опять жарко очень. А я тебе говорю, сырость. Сырость. Угу. Было все-таки, дожди были. Хотя надо косить в такой сейчас комаров хотят. Слушай, ну подожди, мне кажется, мы с тобой охренеть, давай? Да нет. Тут руками что-то мне еще надо, но я даже руками сейчас не смогу. Тоже все заросло, видите? Буду смотреть, что тут. В общем... А, хотела сказать, я в итоге что, какой-то сорняк вырастила. Ой, это жалко. Я боюсь, тоже с дубиной, думаю, побежит сейчас. Вот это. Я вспомнила, что это. Это вот так вот они будут распушаться и будут такие желтые метелочки. Это вот как сорняк. В общем, растила я тут полгрядки этим заняла, поэтому. В общем, посмотрите, вот эти уже с метелочками. Это же одно и то же, да? Листики одни и те же, просто эти потемнее, а эти посветлее. А здесь еще нет. Короче, я вспомнила, такие они будут желтые метелочками. В общем, полгрядки я заняла, буду выдирать все это. Еще не огромные, высокие такие, ужас. Вот один флокс расцвел. Один единственный. Смотрите, опять же, эти флоксы набрали уже бутонов, а эти нет. И там еще флоксы есть, тоже не набрали. Все непропорционально все растет. Вот эти вот не распустились, а эти прям уже вон пушистый цвет красивый, обалденный. Это мне тут все запланило уже. Но на подсолнухе у меня. Денис говорит, боже, слоны какие. Тут уже почти распустился. Это декоративные же. Это всего 4 штучки здесь. В следующем году хочу больше. Смотрите, как прикольно. Такие. Ну вот их надо. Может, их вон там где-нибудь грядку сделать и прям сажать. Пока там нет деревьев. Ой, ладно, все. Будем заниматься. О! Кстати, я переживала, что хост у меня не цветет. Здесь зацвела, а там я не обратила внимания. Буду состригать, все уже можно. Отцвел. А здесь еще нет. Только набирает. Но здесь тень. Но вот все-таки, да, как зависит от на солнце, более светлая она, в тени более темная. Ну, какая-то она как будто даже более пушистая. Хорошо пошел этот виноград. Вот зачем он на эту калитку ползет? Да не надо сюда тебе ползти. Тебе надо сюда, родному. Хотя, а калитка-то что, тоже, наверное, чтобы зарастала, будет прикольно. То дырка будет такая. Ладно. Ползи здесь, говорит. Вот здесь, конечно, почему-то внизу прям кучкуется, но так нормально разрастся, смотрите. Надеюсь, дальше туда пойдет. Я просто еще и не вижу, что снимаю. Ветки надо эти обрезать. Место висят. Какой-то уголок у меня здесь. Крапива, чего только нету. Тоже надо. Ну, пытаюсь потихоньку в порядок привести.
А ромашки я, наверное, вот поставлю вот как ограничитель, вот, чтобы надо ограничить там зайчьи ушки, чтобы ярко было, Денису было видно. Что-то косить нельзя. Что-то у меня здесь, короче, заболело. Смотрите. Все хуже и хуже. Видите, как он стало белым? И смотрите, у меня видно на зайчьи ушки, что-то накинулось. Наверное, истребить надо или что с этим делать? Да хватит, Рок! Не надо гавкать. Играйте тихонечко, пожалуйста. Ладно? Хорошо? Я тебе... Смотрел, главное, так. Ну, это, смотрите, распушилась. Это зацвела герань. Я боялась, что она не зацветет больше. Что-то мне казалось, что ей плохо. Не зацвела. А здесь, смотрите... Вот это прям ей видно, явно лучше стало здесь. Как она вытянула, запушилась. А вот здесь вот что-то засохло, и ничего не цветет, непонятно. Одна точно там засохла. Еще не знаю. Кому хорошо, а кому плохо. Не угадаешь. Ну что-то наступило, господи. Трава высокая, ничего не видно. Валяешься? Я не вижу, что снимаю. А вот Турик. А, Рока, я думал, ты ушел. А, ты спрятался. Ты тоже повален. Вы вместе тут. Я думал, он ушел. Мне почему-то казалось, что калитка тут. О, сейчас. Тор очень любит попы толкать. Печенье мы не можем. Стала, короче, жарить яичницу хотела. И газ кончился. Хорошо, есть. У нас мультиварка, вот. И ее время настало. Буду готовить в мультиварке. Блин. Денис пошел... А, так самый прикол в другом. Пошел открывать шкаф. Он говорит, там два баллона у нас, может быть, один есть. Я говорю, да нет, там один баллон. Он говорит, нет, два. Короче, пошел ее открывать. Сколько у нас градусов на солнышке? А ключ от этой, короче, от этого шкафа на той связке, которая осталась дома. Такой ходил. Я вчера бухтела, что он оставил эту связку там. Такой, ну, пойду, говорит, это. Тогда пилите замок. Не знаю, что у него там получилось. Нет. Есть газ. Нет. Вот закрывает, сейчас скажет, есть газ или нет. Все. Я упахалась так. Я все сижу просто. Показывать себя даже не могу. Вот правда, я не представляете, наверное, я сама не знаю, как я выгляжу. Тор тут плечик. Вот хочется вам показать, как Тор сейчас нюхает. Подошел ко мне сзади. Вот там. Плечик. На плечик мне лег. Ну, не могу. Я кажется, я вообще... Я не знаю, как я даже выгляжу, потому что я еще не была... Не видела себя в зеркало. Но это какой-то кошмар. Видите, вот висит, короче, ковер. Я его сегодня мыла часа 2-2.5. Я по нему ползала, я его таскала, я его вешала, я его снимала. Мыла керхером. Господи, сколько. Вот вы знаете, вроде я его дома ванишем мыла. Ну, пылесосили, да, там еще что-то. Но это все фигня. Я его начала мыть. Там столько грязи, он уже на кухне лежал. Вот. И все это. Ой, как начала выходить эта вся грязь изнутри, керхер выбивает. Сначала я его залила ванишем. Потерла, постоял, я стала лежа его вымывать. Ну, то есть я прям близко-близко держишь керхер, а вот еще попробуйте подержите с напором-то вот это. В общем, я сначала это, наверное, час-полтора там делала. Потом мы его повесили, я его натерла жидким хозяйственным мылом. И вот это все смывало. Потом перевернули, я опять мыла. Боже мой, это что-то. Денис покосил полуучастка, тоже жарко. Вот, сейчас знаете, что он делает? Мы на костре варим кукурузу. Не знаем, газ Денис поменял этот баллон. Не знаем, есть там газ или нет. Ну, я говорю, давай не будем тратить газ. Я ждал, говорить. Я говорю, давай дров много сварим. Вон, видите, в казане. Варится кукуруза. Вчера заказала. Вот. Я вот здесь сейчас все впахивала. Он покосил, а все равно он же не может под растениями косить. Хочется вам покатить, я даже встать. Я понимаю, что мне даже встать. У меня еще голова разболелась. Я когда мыла керхером, шею напрягаешь. Что ты смотришь вниз, жара. Вроде как водичка-то блещет на тебя, но жарко. Так у меня немножко голова побаливает. Ну ладно, давайте с вами пройду, что я покажу, что я не вру.
чем я здесь все вручную. Вон, видите, кучки обдирала. Поставила вот здесь заборчики пока, чтобы отгородить, как бы. Ну, в общем, здесь ободрала вручную. Здесь под, ну, там вот, вдоль забора. Ну, куда ему неудобно с косой. Там вот. Здесь, ну, я еще потом поливала в параллель, оборвала все. Вот. Короче, просто. Ну, у меня нет сил. У меня просто нет сил. Не поверите. Знаете, хочется сказать, нахрена это все надо? Ну нет. Мне, конечно, в удовольствие. Вот здесь, видите, подрала. Все равно, хоть чуть-чуть ее здесь, но вокруг подрала, потому что косой опасно, он мне тут все покосит. Вот, вокруг. Ну и внутри там не так много было, но все равно розочки набирают цвет. Потом я не угомонилась. Перешла сюда, тоже вокруг ободрала. Прежде чем поливать, это все ободрала. Вот. В общем, ой. Что хочу сказать. Вот эта вот скамеечка очень удобная. Очень удобно. Переносить легенько и сидеть на ней очень удобно. Так что, кому надо, берите в фикс прайсе. Я вот, знаете, даже я не помню. А, подвязала сегодня вот эту ленту. То, что я купила зеленую, подвязала сегодня здесь оливу. Вот. Что уже большая ветка прям сильно нагибалась, и привязала. Хорошо, действительно, там отсекатель вот этот металлический. То есть, а сама она, видно, как леска внутри. Вот видите, здесь тоже один подсолнечник. Подсолнечник. Подсолнух. Короче, подсолнух, да. Вот. Ну, видите, здесь Денис бурьяки покосил. Но тоже он косит. Где-то он не может докосить, поэтому, ну, боится что-то поранить. Поэтому я вот, вот здесь сейчас около малины вокруг подрала, поставила тоже здесь ромашки, чтобы ему заметить. Я ему уже говорю, как тебе поставить, чтобы ты мне не скосил. Ну и огурцы. Не знаю, я же вам показывала, как я их подрала. Вот. Не знаю, что будет. Будут они еще расти. Сейчас смотрела влог Фамилии Молского. Она у нее тоже, она показывает вот такие маленькие. Тоже вот так отваливаются, как у меня. Видите? А, нет, это жесткий. Это жесткий. Какой-то тут я уже отвалила. В общем, тоже такая проблема. Ну ладно, посмотрим. Так-то завязи, да, грубо говоря, много. Но они меня слились в экстазе. Вот. Ох. Просто. Ну сейчас вот хоть прохладится. Я сейчас пойду в душ схожу, пока не это не сильно холодно, чтобы потом комфортно было. Помою голову. Я надеюсь, может, голова пройдет, расслабится. Мышцы. У меня прям спина забита, я чувствую. И руки забиваются. Вот тут варится кукурузка у нас. Ой. Пахнет пока только костром. Кукуруза и не пахнет. А я вообще не знаю, должна пахнуть. Ну, полила уже часть. Сейчас надо еще остальную часть полить. Торик в цветуях. Ему сейчас тоже уже полегче. Сейчас чуть посижу. Попить надо воды. Что там? А, Денис эти сетки на окна шлепает. В общем, у нас вот такой, я же купил две сетки. Фикси, сейчас покажу. Здесь вот только, видите, а, вот здесь часть прополола. Сюда еще даже не дошла, потому что солнце было. Вот здесь надо хотя бы ее, ну, она покосила-то, а прополоть надо. Вот, он сетки, но там дается, вот она самоклеющаяся, видите, штука. И она как бы как это, как липучка надо, по идее, приклеить. Но он еще этими, ты же этими, да, сделал? Нет, только эту прибил. А, ты эту прибил, не самоклей, а прибил, а к ней приклеил, да, как бы? Короче, одной на сколько на окон хватило вот такой? На два окна. На два окна. Говорит, надо красить вообще-то. Жай, возьми ее, чтобы она так и заваляется. В общем, ой, а что здесь, совок у меня же. Вот он на два окна. А там тоже, да, будешь делать? Ну да. А, сейчас сразу. Говорит, окна надо красить. Я говорю, ладно, лепи так, как будто мы будем в этом году красить. Папоротник тут мой. Вот видите, покосил. Ну так он. А что ты говоришь, вон там смородина есть черная. Но не на богатыре. На богатыре второй год ничего нет. Здесь должны прям крупные-крупные ягоды. Ну вон они. А, нет, вот, смотрите, это здесь могли пожрать, смотрите. Знаете, какая она сладкая. А на тех кустах есть. Ну вот надо как-то все облагородить. Мало, мало. Вот этот куст со второго года у меня пустой. Я не знаю, почему, но он пустой. То ли его объедают птицы, а туда они не попадают. То ли что. Вон там есть, там посохло. Ну, там еще можно что-то. Но это когда поспеет. Это красное.
такая красивая. Вот. Ну, по крайней мере, хоть здесь покосить, даже здесь уже вообще был бурьян. Ой, у меня же есть эти качельки. Помните, мне в том году бабушка с девушкой подарили? Такие плетеные. Мы их не повесили. А? Я иду, подожди. Я доковыляю до тебя, милый мой мужчина. Все, у меня отказывают силы. Я не могу ходить. Ой, какая, что она так пожелтела прям? Такие мы единолисненькие. Две кукурузины. А я заказала 4, а привезли 2. Почему? Не знаю, не было. Я знаю, просто не любят кукурузу. По-моему, 60 рублей штука, что ли? Только какие-то они разные по размеру. Прикольно. Подожди. Покажу вам немножко себя красненькую. Вышла только что из душа. Еще голова мокрая, в халатике. Прям села на свои ступенечки, сижу, кайфую уже все. Такая свежесть на улице. Слушайте, ну помимо того, конечно, мне полегчало. Единственное, сейчас, наверное, все-таки таблетку от головы выпью. Прям что-то она как-то, ну, некомфортно. Торик там валяется. А, что хотела сказать? Помимо того, что сегодня день такой у меня тут продуктивный, ну, в плане того, что я тут ныла, что я так устала, он сегодня какой-то очень удивительный. Здравствуйте. Вот. Он это. Соседи идут, отвлекаюсь. В общем, сначала мне пишет мама. Я была на улице, не видела, захожу, там сообщение. В общем, скидывает мне фотографии ромашек. Потом пакеты там видно, что с подарками. И говорит, тебе просили передать. Я говорю, в смысле? Ну, вот только что, говорит, привезли, просили передать. Я такая в шоке, то есть, ну, я же, ну, знаю, что мне там от Галечки должен быть курьер, но я знаю, что на 27-е, вот, сначала не поняла, потом выяснили, пакеты подписаны, я, конечно, обалдела, это очень было неожиданно и приятно, вот, ну, не буду сейчас говорить, кто это, потому что мы разговаривали, ну, пообщались, переписывались с человеком, она сказала, что снять обзор, вот. Ну, то есть дал добро показать, соответственно, я тогда сниму обзор, все покажу, расскажу, вот, более об этом подробно. И сейчас мне мама тоже скидывает, где-то час назад, а у нас тут малиновый пирог показывает такой завернутый, и пакет с овощами с огорода, говорит, перцы, смотри, огурчики, там, зелень всякая, я такая, в смысле, кто это, что это, вот. Но потом, ну, я, в принципе, там всякую зеленушку, я так прикину, ну, кто, бабушка с дедушкой, я знаю, сейчас не могу привезти, я понимаю, что это Анютка приехала к Лике, ну, так, я спросила, мама пишет, Анюта, я говорю, понятно, вот, я говорю, а малиновый пирог, наверное, мне, я говорю, я же жаловалась во влоге, что, типа, я осталась без малинового тортика, я говорю, это мне, наверное, мама говорит, ну, наверное, говорит, ну, не знаю, останется или нет, в общем, такой полный сюрпризов, день, ну, правда, меня там нету, к сожалению. Ну, ничего, все наверстается, вот. А, знаю, что смотрят меня. Спасибо большое за подарки. Подробнее все еще расскажу. Надеюсь, нам оставят до завтра хотя бы кусочек тортика, пирога, чтобы я хоть попробовала. Так он смешной стоит. Такой хороший, не могу. Ты хороший? Он кушать уже хочет. Люблю, когда у него ушки вперед. Тор, ну, поднимись. Вот, молодец. Там бывает их назад оттягивает и как дворняк какая-то. Да? Сюда иди. Ты сейчас что делаешь? Зачем мне под руку? Иди, мама целует. Да. Целует маму. Не надо под руку, не буду сейчас гладить. Сюда иди. Давай этой рукой поглажу. Вот. Фу, вонючка. Вонючка ты. Так что вот такие вот приятности сегодня. Сейчас сварится кукуруза и будем делать что-то, как какой-то Денис будет делать блюдо тоже в мангале, там мясо с овощами. Тоже будет вкусняшка. Но это я вам еще покажу. Вот такие вот приятности с вами поделилась. Конечно, это очень все неожиданно, очень приятно. Мне кажется, любому человеку приятно такие еще ромашки. Ой, ну, я думаю, мама сейчас поставит хвасточку, они до меня, конечно, достоят. Там у соседей дети купаются, прыгают в этом, визжат. И он слышит Лерку, Аньку. Видите, как нервничает. Лерка пищит. Он нервничает, слышит. Что там, Лера? Лера там. Думаешь, без тебя там что-то происходит? Ничего не происходит, все нормально. Там мама с папой с ней. Куда бежать? За кем бежать? Кто кричит?
да? Не поймешь. То ли бежать, спасать кого? Не надо спасать. Что делать-то? Да, Торик? Он, пойду его кормить сейчас. Ну, как кормить? Надо насыпать ему. Что ты сзади встал? С этого боку подходит, так морду на плечо кладет и нюхает. Что так вздохнуть тяжело? Да, мой мальчик, да, мой хороший, мой красавчик. Мамин. Мамин красавчик. Да, сломаешь маму. Нос маме сломаешь. Пошли есть. Кушать пойдешь? Мои дорогие, уже стоит казан с... А, кончился газ, ты забыл? Ходит, ищет газ, а он в помойке уже. Слушай, как еще раз назови, как это называется? Басман? Короче, басман мы будем готовить, я вам сейчас покажу так. Я сняла отдельное видео, как Денис клал. Вот. Так что можете там посмотреть. Здесь вы будете такой процесс больше готовки нарвить. В общем, я хотела вам дома показать. Смотрите, у нас печка какого года? 1955 года. Эта печка стояла... Раньше здесь была кухня, ну и там спальное место, можно было обогреваться. Ну, она хорошо топила. Вот, ну и все, там уже сейчас ничего нету, там Денис такая мастерская. И мы вынесли, хотели ее выкинуть вообще. Я такая, блин, так жалко, такая печка. И выяснилось, что прям казан у нее хорошо стоит. Да Тор, блин! Не зажигает. Короче, вот, разожгли мы печь нашу раритетную. Сейчас там все будет томиться. Часок подождем и будем вкусно кушать. Кстати, вот такое я в видео сказала отдельно, то, что рецепт, где можно и дома готовить. Конечно, пропахнет костром, это все прикольно, но можно такое дома в казанке приготовить на сковородке. Мы такой план что-то готовили, да, Зай? Слоями. Да, мы и басму готовили. Дом-ляму готовили. Дом-ляму, вот мне не понравилась картошка, когда сверху пропекается. Дом-ляму, короче, там сверху картошка кладется, и она вот этим паром пропитывается. Мне не понравилось туда. Вот это вкусно будет, я уверена. Огонечек. Огонечек. Смотрите, сколько у нас дров. Нам надо все это переработать. Либо как-то к осени. Да, причем стулья. Я знаю, что стулья, да. Я имею в виду к осени, надо будет как-то здесь капривести, да, в поляну. Да. Сейчас жарко все, это осенью не так будет жарко. Все. Бурьян, у нас в одном месте красота. Раз. А здесь, ну, все. Ну, там тоже красота. Цветочки там. Туи как раз. Ну, туи за этот год выросли сильно. Одну надо только докупать. Я, кстати, у меня же туя погибла. Кстати, меня вот многие спрашивали про Танюшку нашу, байки с гаража. Мне не приходило, например, может быть, и кому-то тоже не пришло оповещение, что у нее стрим был, потом она видео выпустила. Вот, и она показала, что у нее там туя тоже загнулась, и сказала рецепт, что, по-моему, на литр воды пачку дрожжей надо развести и поливать, и типа можно отлить ее. Ну, что-то, мне кажется, моя уже вряд ли отольется. Но если покупать, то мне надо будет вот такого примерно размера покупать, потому что они это... Ну, чтобы хотя бы одинаково росли. Вот это у меня вот это, и вон та. Это самый старый, первый туй. Кстати, все туи мне дарили наши соседи, ребята. А первую туй они мне, по-моему, первые две в катках на 30 лет, да, они подарили, по-моему? Все это 7 лет эти. Да, 7 лет туем вот этим. Но они долго сел в катках и уже как бы не росли так быстро, потому что было ограничено у них пространство. Но их пересадили. Потом они мне дарили, наверное, как же так-то было, 2, потом что, они 4 дарили? И вот я помню, тебе 3 точно какой-то год, и вот эти что, они 4 штуки дарили сразу. Ну, короче, в общем, мне все ребятки дарили. Вот, они мне молодцы. Знают, что подарить мне. Сама ленилась покупать, и вот такой мне получился уголок с туями. Мне кажется, очень прикольно. Ну, с учетом, что мы собираемся здесь площадку делать, да? Будет такая, ну, площадка будет здесь, ну, да, когда-нибудь. Вот. Раньше-то я наоборот, когда мы начали ездить, то Лика родилась, я стала ездить на дачу. Я поняла, что такое кайф дачи. И у меня, я наоборот, здесь все расчищала. То есть, там были тоже такие грядки, я все расчистила. Мне нужно было, чтобы был простор ребенку, и чтобы ее всегда она была на видном месте. Ну, то есть, вот здесь у нас... Один год вот здесь стояла песочница, тут мы ставили бассейн. Мангал у нас...
мангал у нас вот здесь. У нас стояла лавка здесь, качели вот здесь, там мангал. Потом песочницу я вон туда под деревья, где сейчас стол перенесли, и построили домик. А, тут стоял батут. Тут какие-то еще на машине, чтобы я хотела. Вот я вам рассказала, у нее джип. Да. Джип у нее тоже двухместный был. У нее здесь, чтобы она могла кататься. Нифига не каталась. В общем, я здесь все расчищала, для того, чтобы мне постоянно было видно ребенка на видном месте. То есть ей было солнышко, комфортно. Какое-то время здесь стоял бассейн, вот здесь посередине. А, здесь было даже как футбольное поле одно время. Большая территория, там поиграть, все. Вот. Ну, короче, так вот, мне именно хотелось. А сейчас уже все, как бы, можешь показать. А так, представляете, вот стоят туи, у меня там, прям бассейн, там солнечное место, и ребенка-то не видно, а так ты его видишь. А, у нее были домики-палатки какие-то, куча этих домиков, палаток тут стояло, в общем, игрушки везде. Ну, короче, чтобы везде было. Там раньше у нас стоял, мы с сестрой любили этот дом, мы сделали... Он был, стоял давно, но внутри его отделку, все это, мне кажется, Лике, наверное, уже годика 3 было. А мы-то с маленького ездили. У меня сестра с крестником, ну, как раз с моим племяшем приезжали. Мы с ней по поллета здесь сидели. И вот мы их уложим. Она в той комнате была с ним, а мы с Ликой здесь. Мы их уложим, такие все выдохнем, прохладно. У нас здесь стояло 2 стула таких, ну, кресло, столик. И вот мы чаёничали, сидели. Вообще клево, конечно, было. Сейчас вспоминаешь. У нас там вот фонарик, он горел так уютно. Потому что там была только кухня. Но тут дети спят, то есть на кухне там, ну, естественно, мы ели, там готовили. Вот. Я сейчас поняла, с вами, по-моему, никогда на втором этаже, да, в этом доме не была. Жаль. Надо сходить. Вот. Это Денис ей строил. Он вообще строил себе турник. Но турником он так и не стал. Лика тут же ей сказала, что ей нужно повесить там качели. Вон там вот маленький турничок. Это он ей делал. Здесь еще тоже вот это тоже было перекладина. Вот. Потом что еще? А, ну здесь раньше вот так стояло еще продолжение. Вон там была сарайка. Случайно попробую. Ой, ну все, нам приятного аппетита. Я думаю, а мне вилку не надо, да? Ой. Только себе положу, мне не надо. Все. Просто мы сейчас будем отъедать. Или сейчас ужас. В общем, я сейчас пошла, нарвала свежие мятки. Я завариваю себе чай вот в такой кружечке. У нас сейчас мало, поэтому больше не надо. Она вот такая вот. Мне кажется, у всех в свое время такие были. Кружечка с крышечкой. Такая сейчас. Я сюда насыплю чай черный. И... буду заваривать. Чай у нас такие пироженки, муравейники. Поэтому мы сейчас почаевничаем и будем ложиться уже отдыхать. Вот, на этом заканчиваю свой влог. Всем пока-пока. Увидимся.